Давайте отгадаем, а кто это идет? И ножками чудными, как веслами гребет. Одет совсем, как мальчик, но голос не такой. Неужто этот парень обычный голубой? Да нет, не в этом дело, скорее, что не он. Наверное, просто парень с телягой и пижон. Но вдруг заметил нечто, что стало ясно все. Ведь это же девчонка, там грудь же, ё-моё! Вот это, блин, создание. Ни девка, ни пацан. Идет так некрасиво, как важный хулиган. Одета она в брюки, прическа наголо. Не девушка порхает, а тащится оно. Такие нынче нравы, такая ерунда. Куда же покатилась великая страна? Не сразу разумеешь, кто рядышком с тобой. Нормальный вроде парень, а глянешь голубой. И девушка как мальчик, одета как пацан, ведет с собой подругу, как пошлый хулиган. Ну что же тут поделать? Такие времена. Зачем-то этих деток плодит моя страна. Да ладно, тоже люди. Чего там говорить? Пускай уж как умеют друг друга там любить. Мы все же россияне, не важен цвет и пол. И пусть не ясно сразу, он Настя или Фрол. Любовь, она безгрешна, в ней нет вообще стыда. Иначе как бы люди рождались бы тогда? Поэтому любите, неважно где и как. Но только не забудьте про спид и про сифак.